Дамы и господа, приветствую вас. В общем, все по проекту перевода зажигания мотоцикла Иш Юпитер на Ардуино вроде бы как получилось. Я завел вот буквально только что. Ну, в итоге вот хочу вам показать. Надо еще, конечно, все собрать это в кучу на место. Ну, хочу показать примерно из чего это состоит и как это работает. Итак, левый бардачок – это плата контроллера. Значит, эти кнопки позволяют регулировать опережение зажигания. На данный момент, пока с Китая у меня едут кнопки на руль, ну, в случае необходимости можно какую-то подстройку выполнить отсюда, а вообще они будут дублироваться в виде кнопочек где-то вот здесь. То есть так, чтобы можно было, не отрывая рук от руля, при каких-то там нюансах, пожеланиях, да, прямо на ходу все это дело подрегулировать. Ну, вдруг там, я не знаю, кажется, что рановато, поздновато. Пока в этом вроде бы необходимости особой нет. Далее. Здесь находится плата датчика. Датчик обычный, ардуиновский. Подключен проводом МКЭШ. Ну, тоньше я, к сожалению, не нашел. 3x0.75. Ну, почти палец. Ну, не палец, там почти сантиметр диаметром. Ладно, будем разбираться. Может быть, я оставлю. Но очень толстый. Я, конечно, хотел использовать что-нибудь типа экранированного USB. Но почему-то я ничего подходящего у себя под руками не нашел. Пришлось ставить МКЭШ. Вот, я сейчас прервусь, закрою бардачок, потому что он мне не даст завести двигатель, и покажу, как это все работает. Вот сама коробочка этого блока. При включении она отмаргивается, щелкает. Можно хоть гимн России исполнить. В общем-то, тут можно прописать, что хочешь. Вот, закрываем. Так, закрыли. Включаем зажигание. Не знаю, смогу я завести в таком положении. Если что...